скажем, называется «Случай на дороге». Ваши аплодисменты. Так, опа, вот. Давай, сюда. Ну, извините, пожалуйста, я превысил скорость, я очень спешу, пожалуйста. Превысил, давайте. Значит, будем. Давайте, не будем, составлять. Не оформляйте все, что угодно, только не оформляйте. Я вас не, прошу. Не, мы будем. Пожалуйста, не оформляйте, все, что угодно, я очень прошу. Ну что? Пожалуйста, только не пишите, я очень спешу, простите. Ладно, все, ты что, точно спешишь? Все, что хотите. Важное дело. Да, очень. Ну хорошо, все. Поцелуй меня. Проезжаем. Че вылупился? Едь. Поцелуй меня быстренько. Че, серьезно? Да, давай. Проезжай! Тут нет, давай, если я нарушил, давайте вы накажите меня, я как бы... Не, ну ты будешь наказан, конечно. Не в этом смысле. Ну, правда, давайте я дам деньги. Хотите, я деньги лучше дам? Не, деньги портят отношения. Проезжай! Перестаньте, я правда, ну честное слово, что я сейчас вас поцелую, а потом что будет? Ну а потом может не быть такой возможности, да? Да? Как говорится, carpe diem. Что? Carpe diem на латыни, лови момент. Проезжай! Слушай, ну правда, давай, ну не надо, я денег лучше дам. Хочу тебя, детка. Что? Детка, я тебя хочу. Что? Что? Хочу. Что? Хочу. Слушайте, отдайте документы, ну, пожалуйста. Целуй меня. Ну, отдайте. Целуй горячо. Давай. Ну, один раз. Ну, один разок. Давай. Ну, ладно. Целуй. Ну. Что? На, ты! Фу, ты, ё-моё! Вы сами сказали, что... А ещё на гаишников говорите, пида... Ну! Вы сами сказали, ну... Ну нельзя же так! Ну. Уважайте органы! Счастливого пути! Как мы рады вас видеть! Спасибо, что вы пришли! Друзья, вы знаете, у нас обычно вот жалуются многие, что у нас слишком скучное название у миниатюр. Случай в больнице, случай в такси, случай в морге, неинтересно. Значит, номер называется «Случай на съемках камеди». Представьте такую ситуацию. Арена, как бы, ну, клуб, съемки, сцена. На сцену выходит Андрей Молочный и Антон Лирник и показывают номер, который называется «Как разные политики в детстве в школе просились в туалет». Ваши аплодисменты. Клево завернул. Поехали. Итак, я напомню. Как разные политики в школе первый раз в жизни просились в туалет. Первый. Савик Шустер. Так, дети, пишем. Значит, из пункта А... Да. Из пункта А в пункт... Савик, какой туалет? Ты видишь, важная задача. Мария Ивановна, мне не нравится ваш класс. Я пойду в другой, там больше платят. Что, Савик, секунду! Савик, вернись, пожалуйста! Я буду бегать так, туда-сюда. Следующий. Как просился в туалет первый раз Роман Зварыч? Так, дети, запи... Марья Ивановна. Что, Рома? Скажите, будь ласка, можно выйти? Сиди, жди конца урока. Значит, Марья Ивановна. Так, что? Згідно чинного законодавства Украины. Згідно Конституції, згідно всіх нормативних актів, згідно поправок президента, прийнятих і не прийнятих, згідно установчих ФУД, статутів, фондів, іди... згідно всього, це актів нормативних, все, що є документи, Рома, папери, іди уже, щоб ладно. Було завірено, щоб чинно були підписи, дати, щоб все було згідно цього всього. Иди. Я уже не хочу.
Так. Следующий политик. Так, дети, запишите, пожалуйста, значит, Украина. Украина. Записываем. Все записываем. Украина. С юга. Омывается Черным морем. Черным морем, дети, все пишем. Все пишем, дети. С юга. Записываем. Омывается Черным морем. Черным морем. Записываем. Порты. Крупнейшие порты Украины. Порт. Одесса. Шуфрич, зачем это шоу? Ты 4 раза ходил уже. Мария Ивановна, у меня ЧП. Я хочу по-крупному. По-большому? По-большому. Иди, ладно. Мария Ивановна, ваша география интересная, обосраться можно. Следующее. Ахметов. Значит, да, Мария Ивановна, что? Ренатик, я так думаю, может, ты в туалетик уже пойдешь? А, да. Спасибо, что напомнили. Да. Урок окончен. Да. Спасибо. Да. Следующий политик. Так, дети, записываем. Правописание не с глагол. Что, Балога, что? Мария Ивановна, Витя Ющенко хочет туалет. Пусть идет. Можно? Можно, да. Витя, иди, нормально, можно. Все, послушай. Напомним, как просился первый раз в туалет в школе Юрия Луценко. Итак, дети, записываем условия задачи. Из пункта А в пункт Б выехал поезд со скоростью 30 километров в час. Все пишут? Навстречу ему из пункта Б в пункт А выехал второй поезд. Юра, ну иди, я вижу, ты хочешь. Ну иди. Я буду трепеты. Юра, все твои уже пошли. Це будні плитки. Юра, лопнет мочевой пузырь. Якщо це буде загальний правди, хай лопне. Хай лопне. Черт. Продолжаем. Виктор Янукович. Так, дети, записываем. Значит, опять же, задачка, условия. Из пункта А. Значит, Что? Значит, в чем дело? Мария Ивановна. Да. Так больше не может продолжаться. Что такое, что? Нужда толкает страну на этот шаг. Невозможно терпеть. Я не понимаю. Если говорить по-большому или по маленькому счету, то... Так, Виктор Федорович, я... Слушайте, Мария Ивановна, давайте просто Витя. Ну хорошо, Витя. Не, давайте все-таки Виктор Федорович. Виктор Федорович, что вы хотели, скажите, что... Я хотел сказать, что мне не нравится, что происходит в нашем классе. Человек зациклил на себе все рычаги, и вот это все, что происходит, мне не нравится. Витя, ты хочешь выйти? Виктор Андреевич, уж кто-кто, а я останусь, не переживайте.
Посмотрим, кто из нас выйдет. Да, да, посмотрим. Ладно. Напоследок, как первый раз в школе просилась в туалет Тимошенко? Дети, записываем задачку. Да, что, Ира? Мария Ивановна, можно выйти? Да, можно, иди. Я вас не спрашивала, можно чи не? Я сама знаю, что можно. А як я знаю, значит, я піду. Юлечка, там темно в туалете, там света нет. Ты что, одна пойдешь или что? Что це одна? Я пойду с подружкой. Турчинов за мной. Пошли. Все. Все. Оп. Спасибо огромное, дорогие друзья. Это были... Давай, да ты же так пританцовывай, да. Андрей Молочный. Антон Лирный. Давай, Дмитрий Чехова. Спасибо большое.